Ребят, всем привет! Риолинда, Калифорния, 31 декабря 2021, последний день года у нас. Прекрасный солнечный день у нас сегодня, чуть-чуть ветрено. Ночью может быть немножко небольшой заморозок, может быть до 0, минус 1 градус. Сейчас идем с детьми наводить порядок там на огороде, будем снимать подпорки, палочки от помидор, перцев и чистить огород, подготавливать его к сезону, к приближающемуся. У нас это наступит примерно в конце февраля, начале марта, то есть ну, всего 2 месяца у нас для подготовки огорода. И сегодня что я хочу показать, ребят. Ну вот я стою возле нашей шелковицы, это у нас 2 прививочки, которые я сделал в этом году. Это сорт у нас называется Everbearing Illinois, и то у нас гималайская. Видите, это ранней весной сделана была прививка, кто является подписчиком канала, в принципе, видел, когда это я все делал. И смотрите, что я здесь сделал. Я сразу, так как у нас сезон продажи черенков также начался, то я параллельно с продажей черенков сразу же делаю и формирующую обрезку. Как видите, здесь вот у меня уже это сделано. Я примерно на 1/3 уменьшил длину вот этих побегов. Очень хорошие, мощные. И все 4 у нас вот это, 1, 2, 3, 4. 4 черенка сразу были проданы. И вот таким образом, как бы, сейчас у меня эта прививочка выглядит. Сейчас покажу также на другой шелковице, на инжире. Ну, то есть вот постепенно, по мере поступления заказов на черенки, я сразу делаю формирующую обрезку. Не переключайтесь. Да, это у нас еще одно дерево шелковицы. Это у нас шангрила. И вот уже видите, вот эта часть у меня уже, в принципе, сделана обрезка. Вот эта ветка. Вот эта ветка. Вот эта ветка. Вот эти, вот эта ветка тоже уже я как бы ее подровнял. И те черенки, которые подходили к продаже, для продажи, на продажу, уже и проданы. Это у нас еще одна шелковица. И сейчас покажу также на инжире. Это у нас паначи или тайгер, тигровый. Очень востребованный сорт, и у нас на внутреннем рынке, и за границу я много посылаю. То же самое, видите, вот уже обрезана ветка, то есть примерно 1/3 обрезаю побега годового. Обрезана ветка, вот это еще будет обрезаться. И вот так по кругу. Короче, пока не начинается у меня сокодвижение, и пока есть клиенты, я делаю обрезку прям с дерева. А уже с началом сокодвижения я остаток дорезаю и сохраняю уже в холодильнике. Ну, до тех пор, пока они имеют хорошую кондицию. Это обычно в пределах еще месяц-два они вполне в хорошей форме. И вот таким образом у меня на данный момент происходит обрезка плодовых деревьев, шелковицы и инжира. Все, ребят, спасибо за просмотр. Бай-бай.